120 килограммов шоколада собрали инициативные жители Хабаровска для наших военных. Всего за неделю горожане собрали целый денежный фонд. На всю сумму заказали партию сладостей с надписями «Хабаровск с вами». Партию в 20 тысяч шоколадок с этими словами сделал приморский кондитер. Сегодня ее загрузили и отвезли в пункт приема гуманитарной помощи в Платинум-арене. Оттуда шоколад отправится в ЛНР и ДНР. Акцию активисты назвали «Единство». Они будут и дальше поддерживать наших военных. Чтобы поднять им настроение. И чтобы, ну, они же защищают нас, можно сказать, минимум благодарить. Маленькое счастье, маленький приветик от нас всех, что мы с вами, ребят, возвращайтесь живыми. Мы за вас молимся.